Согласен, да. Еще бросок, гол! Это Чистяков открывает счет за 4:35 до конца первого периода. И мы поздравляем Семена Чистякова без первой заброшенной шайбы. На розыгрыше плей-офф без численного преимущества Воронков обостряет и забивает. Вот то, что нужно было делать. И сейчас стоя наблюдает за тем, как Воронков делает дубль. Зернов берет на себя за счет скорости нескольких соперников, проходит, вылезает на пятак Ковальчук. Гол! Гол! Илья Ковальчук! Сравнивает счет. Как же вовремя. Чинахов, но Буше, это может быть опасно. Буше убирает защитника. Гол! Авангард собирает этот матч в овертайме. Рим Буше ставит точку.